корм. Что такое трэп-мьюзик? Существует огромное количество мнений на этот счет. Одни говорят, что это качающие низкие частоты, сопровождающиеся упомрачительным женским мясотрясом. Другие же утверждают, что трэп – это музыка черных парней из гетто-кварталов. Каждый из них прав по-своему. Но все-таки в России трэп набирает популярность с нереальной скоростью, подобно реактивному самолету. Уже сейчас по всей России проводится огромное количество трэп-вечеринок, на которых диджеи экспериментируют с новоявленным музыкальным направлением, столь резко ворвавшимся в клубы. Вы можете спросить, а как танцевать под этот безумно кочевый, начиненный сочными низкими частотами ритм? Ответ на этот вопрос вы сможете найти в одном из самых популярных русских трэп-хитов. Все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями, где бы я ни был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями, где бы я ни был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями, где бы я ни был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями, где бы я ни был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями, где бы я ни был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Почему все танцуют локтями? Да не потому, что все танцуют локтями. Просто как бы стесняются об этом говорить. А я вот не постеснялся и сказал. Если там посмотреть, Ельцин танцевал локтями, Леброн Джеймс танцует локтями. По сути, это на самом деле трэп и локти, это вот одно и то же, можно сказать. Это вот самое главное движение в трэпе. Я услышал эту фразу, не скрывая, в городе Краснодар, когда был там на гастролях, от местных МС, все танцуют локтями, и вот сделал такую некую версию. Я просто единственный рэп-артист в России, который вывел это в массы прям капитально за счет трека «Локти». А так очень много ребят делают трэп в России. Желаю им удачи. Господа из «Бойчикс» первые, кто начал двигать трэп-музло в столице России. За год существования у них сформировалось свое собственное, непоколебимое мнение насчет трэпа. Формат. То есть это трэп-стайл и прочее, это с отсылками к хардстайлу, то есть это рейв. Ну, то есть это захватило как бы весь мир и также просочилось в Россию, поэтому в России тоже появилось очень много саунд-продюсеров. Мы, в частности, пытаемся их находить, как-то раскручивать, поддерживать, пиарить. Но в целом получается так, что, благодаря русской ментальности, все это приобретает не тот окрас, как он есть на самом деле. Трэп, по сути, должен быть настоящим рейвом. То есть это должно происходить на больших пространствах, на опен-эйрах, и должно быть как бы электронным фестивалем. Будущее трэпа таково, что формат очень сильный и очень новый, и он бурно и сильно развивается. Когда мы начинали это все делать первые вечеринки с таким форматом музыкальным, никто это не воспринимал. Сейчас же это набрало такие обороты, что в любом уже городе, да, и в любом захолустье играет эта музыка, но он развивается в две стороны. Развивается как бы в поп-культуре и становится более глупым. Но также мы пытаемся найти более intellectual его форму, да, то бишь какие-то отсылки к техно, отсылки к хаосу, то есть уже появляется дип-трап, трап-техно, какой-то чилл-трап, то есть это более интересная музыка. Она по своей системе очень похожа на обычный трэп-саунд, но в ней больше той самой музыкальной составляющей, больше какой-то музыкальной истории, она более
интересна, более умна. Хоть бойчикс раньше всех и начали проводить трэп-тусы в Москве, но парни из Котёж Клан первые начали заниматься привозами зарубежных представителей трэпа. Сейчас же бойчикс и Котёж Клан над некоторыми проектами работают в тандеме, а эти тусовки уже совсем другого уровня. Понятие трэп — это уже на самом деле очень, наверное, расширенное понятие музыки. На данный момент трэп, он включает в себя очень большое количество направлений. То есть изначально это хип-хоп из южных штатов США. На протяжении 10 лет он занимает одну из доминирующих позиций в Америке. На данный момент, наверное, последние года полтора-два музыка начинает смешиваться. Ну, в трэпе определенно есть некоторые элементы дабстепа. Но, на мой взгляд, в России дабстеп уже достаточно давно не актуален. Пиковая точка, она была там, не знаю, год, там, два года назад, и он быстро пошел вниз. Дабстеп — это более такая музыка на любителя. Низкочастотный бас, сломанные, сбивчатые ритмы и так далее. Под них не особо удобно танцевать и тусить в клубе. Я думаю, что трэп-музыка гораздо более для этого подходящая. Трэп-музыка для масс. Трэп, он как бы является апофеозом всей этой смеси направлений. Поэтому, на самом деле, на данный момент трэп имеет гораздо большее будущее, чем дабстеп. И это мы можем просто наблюдать по количеству народу в клубах, которые приходят именно на трэп. Ну, на самом деле, мы любим хип-хоп. Хип-хоп, под который бы я с удовольствием бы тусил, он, ну, сейчас в клубах не актуален. Дабстеп, например, там, хаус, транс, я не могу сказать, что там я большой поклонник. И на данный момент, мне кажется, трэп, он наиболее актуален. То есть вы можете посмотреть на выступлениях, играет, ну, хип-хоп со смесью DM, и толпа просто как будто на панк-рок концерте. Трэп — это музыка эмоций. Вы приходите на трэп-вечеринку и выкладываетесь полностью. Отсюда нельзя уйти свежим. Здесь ты отдаешь свою энергию, эмоции, свою карму, свой позитив, вайбрейшн. Тут остается все. Все, что ты мог накопить за неделю, в своих буднях менеджерских и так далее. Ты приходишь и получаешь максимум удовольствия. Вот и все. 5 апреля в Москву Котёж Клан совместно с Бойчикс привезли одного из основателей трэп-музыки Дэниела Дизастра, Heroes X Villains. Эта тусовка надолго останется в памяти ценителей трэп-музыки, которых ты ночью оказалось немало. Great things about Russia before I came here, and you guys surpassed the hype. It was awesome, absolutely crazy. Savages, it's a bunch of savages in the crowd. Great energy. Trap music just unites everybody. Trap rap has been popular for the past 10 years in the States. I mean, it's all over the radio and all over the world, really. It's all over the radio in the world. But trap EDM has definitely picked up in popularity within the past year. It's definitely gotten a lot of hype, and a lot of creative stuff is coming out. A lot of people are doing some really cool records, a lot of really good producers. Flostradamus, RL Grimes, Salva. There's just all kinds of different producers going in and doing their own thing, influenced off of trap music. We've been doing Heroes and Villains for about 3 years now. I think that it has a similar energy of dubstep just because of the tempo. And so I think a lot of people feel that way about it, but trap music is definitely its own thing. It's not dubstep, and it's not a watered-down version of dubstep. It's its own genre of music. Traditionally, real trap music is like Southern rap music. T.I., Gucci, Waka. That's real trap music, and dance music producers that have been influenced by Southern rap music, and they put trap elements into their songs. Кроме именитых американских гостей, той ночью играл уже известный в России диджей Мэг. Этот парень уже давно подтвердил свой статус одного из лучших диджеев России, еще до того, как был диджеем лейбла Black Star.
такая некая проблема, наверное, неграмотности нашего населения. Дело в том, что я последний раз играл в каком-то городе, не помню. Зал, народ кричал: «Мэг, поставь трэп, Мэг, поставь трэп». В итоге я поставил трэп, но на удивление народ не танцевал. Оказалось, потом мне объяснили организаторы, они просили трэп, они просили только один трек «Локтями». То есть они вообще не понимали, что я играл трэп. То есть люди танцевали по трэп, не понимая, что это трэп, ждали L1 локти. Ну, так это хит, в общем. Это популярность трека, безусловно, но и немножко неграмотность нашего населения. Ну, это мое мнение. Так или иначе, русские рэперы будут пытаться читать на трэп. Местные промоутеры будут делать трэп-вечеринки, я думаю. Это все, наверное, разделится на два штаба. Одна сторона примет больше такую, наверное, сторону больше хип-хопа в трэпе. Вот. Вторая сторона, я думаю, наверное, скорее всего, примет сторону такую EDM. Такую больше танцевальную, больше рейвовую, больше бигрумовую, наверное, сторону. Я все-таки занимаюсь больше EDM-музыкой. И для меня трэп — это некое такое, знаешь, некое отдушина, да. Я очень люблю хип-хоп, и мне всегда хотелось баунсить, и это все мешать с EDM-ом. И вот сейчас на сцене происходит то, о чем я говорил. Смешение двух стилей. Хип-хоп, андеграунд, EDM, электронаправление. Но я думаю, вся та лохотва, которая первый раз подклюнулась на дабстеп. Почему говорю лохотва? Потому что она ничего в музыке не понимала. Они просто на тенденцию, на тренд прыгнули. Я думаю, вся эта лохотва переместится сейчас на трэп. Это мое мнение. Задолго до всех свэк-тусовок, когда трэп еще только начинал набирать популярность в России, в не таком далеком 2010 году появился один из первых отечественных трэп-продюсеров под псевдонимом Curly Rock. Сейчас его треки и ремиксы играют практически на всех трэп-вечеринках. Я работаю в различных направлениях бейс-музыки, в основном EDM-трэп, сфэкшн и атмосферик. Что касается EDM-трэпа, эта музыка меня привлекла тем, что изначально я занимался экспериментами по скрещиванию Dirty South, Hardstyle и Electro-House-музыки. Еще задолго до появления этого направления в Штатах. И когда я узнал о том, что есть похожее на то, что делаю я сразу начал работать в этом направлении. Выпустил уже около 20 ремиксов на различные хардстайл или хаус композиции. Несколько своих синглов в этом стиле. Продолжаю работать в других направлениях. Ждите много нового интересного. Но Curly Rock уже не единственный трэп-продюсер в России. Ведь с новыми тенденциями появляются и новые музыкальные продюсеры. Я сам продюсер-битмейкер, который на данный момент работаю в жанре трэп, EDM-трэп. Пишу музыку сам, делаю все сам, делаю ремиксы, и все круто, чуваки. Значит, занимаюсь я трэпом с конца 2012 года. До этого я писал просто из хип-хоп-инструментала, писал инструментал из стиля Dubstep Trance. В общем, после этого я, очень банальная история, посмотрел фильм на Rap.ru Certified Trap эпизод 1, и как-то все пошло-поехало. Сейчас, в данный момент, занимаюсь как бы совместными работами. Очень скоро вы услышите много совместных работ с известными разными исполнителями трэп-звучания российского. И, в общем, передаю всем привет. Трэп уже сейчас до безумия популярен в Украине, а именно в Одессе. В этом курортном городке только за весну было организовано 3 вечеринки серии «Трэпанация» под руководством Пон Ритм и Шукаев. Drop that shit. Впервые с трэпом я познакомился где-то в 2006 году, но тогда я не вдавался ни в суть, ни в историю, и мне просто нравился Саус, а когда уже начал я играть, Саус был на пике своей популярности, и с каждым сезоном все меньше и меньше людей приходило на такие тусы, и музыка становилась все попсовее, и поэтому я для себя выбрал все-таки хип-хоп. В начале 2012 года я нарыл для себя альбом FKI и еще пару треков некоторых неизвестных для меня на тот момент продюсеров. Я услышал совершенно новый звук. Это была структура сауса, трэпа, на которую положили сверху звуки из хауса, дач-хауса, дабстепа и всего остального дерьма.
И когда я принес это в клуб, люди меня, конечно, не поняли, но я продолжал дальше. Уже позднее, когда Трэпоголик выпустил свою первую серию о том, что такое трэп-музыка, пошел первый толчок, и тогда EDM трэп ворвался в клубы, в машины, наушники, да и в культуру в общем. Сейчас трэп настолько стал популярен в мире, что, мне кажется, в будущем полностью вытеснит хаос и транс-музыку из лучших клубов мира. И даже если брать по Одессе и судить, раньше хип-хоп R&B собирали 300-400 человек, и это была лучшая вечеринка в Одессе, то сейчас трэп собирает 1000-1500 человек, и это круто. И как вы думаете, какой же самый популярный трэп-трек в мире? За 3 месяца популярности в интернете было снято более 5 миллионов видео. Дамы и господа, Harlem Shake. Да-да, вы не ошиблись. Осенью 2012 года Гарри Родригес, уже всем известный как Бауэр, начал продавать свой будущий хит за $1.5, никак не рассчитывая на большее. Но трек в совокупности с видео произвел эффект разорвавшейся бомбы. Сейчас же этот паренек гастролирует по всей планете со своими сетами и взрывает танцполы. Кстати, 26 апреля вышел клип R&B исполнительницы Кристины Си «Ну-ну-да» на минус от того же Бауэра. Знаешь меня, запри своего парня дома. Он подсел на мой голос, это как секс по телефону. Пока куклы из столицы примеряют лабутены, их парни с ключами от Каена ждут меня у сцены. Ну-ну-да. Стоит отметить то, что всего пару недель спустя Бауэр сыграл трек Кристины Си «Ну-ну-да» на одном из самых больших музыкальных фестивалей Coachella Valley Music and Arts Festival. Это первый раз в истории, когда русский трэп прозвучал на фестивале такого уровня. Клик, клик, ты слышишь звук? Ты попал под каблук. Клик, клик, ты слышишь звук? Ты попал под мой каблук. Клик, ты слышишь звук? Ты попал под каблук. Клик, клик, ты слышишь звук? Ты попал под мой каблук. Как ты уже понял, бытует мнение, что трэп-мьюзик к осени вытеснит с танцпола уже всем давно приевшийся дабстеп и, возможно, другие музыкальные направления. Думаешь, что это невозможно? Свежие сеты и клипы именитых диджеев тому подтверждение. Не стоит зацикливаться над чем-то одним и идти на поводу у модных тенденций. Нужно иметь свое мнение насчет всего, что вокруг тебя происходит. Мы не навязываем тебе трэп-музыку. Если она тебе не по нраву, то почему же ты все еще смотришь это видео? Не стоит отрицать очевидное. Трэп — это музыка будущего, и это будущее уже наступило. Come on, let's go! We'll be right back.
system fucking sucks. System fucking sucks.